На юго-востоке столицы полицейские пресекли деятельность подпольного пошивочного цеха и изъяли из незаконного оборота около 9 тысяч экземпляров контрафактной текстильной продукции. Как выяснилось, группа лиц организовала деятельность по пошиву и реализации носочных изделий с незаконным использованием товарных знаков известных спортивных брендов. Готовую продукцию продавали на территории торгово-ярмарочных комплексов столицы. По факту незаконного использования средств индивидуализации товаров возбуждено уголовное дело. Это носки. Носки? А что, не видно? Ну, тут много всего разного. Ущерб, причиненный правообладателю, составляет около 7 миллионов рублей. Сотрудники полиции задержали организаторов незаконного бизнеса, двоих приезжих из ближнего зарубежья. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы.